Фотографии с ценными вещами, хранящимися в квартире, буквально зазывают домушников. Тщательно изучая соцсети, они нередко так выбирают свою жертву. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем выкладывать фотографии с ценными вещами в очередном посте. В период отпусков и новогодних праздников время максимальной активности домушников. Сотрудники охраны призывают владельцев жилья быть бдительными и не распространяться о своем отъезде посторонним лицам. Уезжая на длительный срок, не оставляйте дома особо ценные вещи. Можно приобрести домашний сейф и хранить ценности в нем. Кроме того, попросите родственников периодически навещать вашу квартиру, создавая этим эффект присутствия. По наблюдениям правоохранителей, воры чаще всего выносят из квартиры то, что можно упаковать в непривлекающую внимание сумку. Дорогие украшения и одежду, деньги, мелкую бытовую технику. Поэтому все это на время дальней поездки лучше надежно спрятать или передать на хранение родственникам или друзьям. Надежным способом защиты собственности от непрошенных гостей является установка сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны. Срабатывание сигнализации позволит не только предотвратить кражу, но и задержать преступника с поличным. Вызвать помощь поможет и тревожная кнопка, с которой может справиться даже ребенок. При поступлении сигнала тревог, сохраняемого объекта, группа задержания прибывает на объект, возможно, короткие сроки. За уходящий год сотрудники Росгвардии пресекли уже более 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества. Но сезон активности квартирных воров впереди. Сегодня в Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится свыше 5500 объектов. И все же забота о сохранности своего имущества по-прежнему лежит на самих хозяевах квартир. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».